здорово! Всем привет! Всем приветствую! С вами Павел Немиров, Гришаныч и Павел Никомынин. Да, и Женя Камынин. И сегодня мы будем пробовать всякие разные лимонады. Например, черноголовка. Черноголовочку мы попробуем. Сейчас тут на свет как. О, отлично. И калина. Калина в дюшес. Опа. Итак, первое, что мы пробуем, это, конечно же, калина. Да, мы начнем с калинова. Так, ладно, извини, Женек. Так, хотел понюхать. Ну, вкус пахнет. Так, вот у нас стаканчик тут. Цена этого напитка 30 рублей. 30 рублей стоит. Это мы тоже приступаем к дегустации. Приступаем к дегустации. Ну, так сказать, вкусненько. Да. Вкусно, да. Только меня тут не видно. Ну ладно. Диваны эксперты одобряют. Диван эксперт одобряет. Так, следующий у нас гость программы. Черноголовка. Давайте я тут. Стоимость этого напитка 47 рублей. 45. 45. О, запах какой. Сейчас я, Паш. Тебе, Женек. Маловато как-то. В принципе, почему так пойдет? И так сойдет. Так, здесь. Итак, попробуем. И теперь пробуем этот напиток. Теперь попробуем лимонад. Честно так сказать, второй лимонад вкуснее первого. И, да, как говорится, диван-эксперты одобряют. Диван-эксперт одобряет. Конечно же, куда же без этого. Итак, ну то ж, нам пора на этом завершать выпуск. Ставим лайки, подписываем на видео. На него подписываемся и на него подписываемся. Ну и, конечно, на меня, на Павла Немирова. Всем удачи и всем пока.